Ну и посмотрим, что нам принесет сегодняшняя игра. Барселона в поражении. Вот Челси, например, в... Фабиан Руис, номер 8, это Карло Анчелотти, главный тренер команды. Элиф Элмас, номер, продолжает восстанавливаться после по номерам у итальянцев. Влад Кирикеш, номер 21, Костас Манолос, номер Эрнесто Вальверде играть. И играть будет, может, достаточно агрессивно. Конечно, 3-0 и упустило это преимущество, проиграв 0-4 в одной из... Важный сейчас Нелсон Семедо, он в штрафной площади, красиво его убирает мяч под себя. Дальше Усман Дембеле. Не предстанут ни в игровом смысле, ни в смысле стартовых сочетаний. Вообще к сагой о... И в Италии достаточно крупные и громкие события. Здесь красиво Фабиано проверили. Он исполняет удар выше ворот. Быстрая достаточно атака. Ну да, у Барса, в общем, всегда была довольно... Гризман, не добраться ему до мяча, но и на вратаря не сыграешь. Здесь приходится защитнику... Серьезные изменения в составе Наполи. Ну, по громкости имени, конечно, здесь до Антуана Гризмана довольно... ...бывается Наполи, это Фабиан Руис справился сейчас. Гризман. Суарес. Флангу. Луис Суарес снова в штрафной. Нет положения вне игры. Гризман. Надо забивать. Антуан Гризман просто прощает сейчас. Наполи. Здорово. Опять на линии офсайда сыграл Луис Суарес. Здесь мяч попал в кусок травы, уже вырванный. И сила, в общем, старается эту скорость движения мяча поддерживать. Где-то нарушение правил. В данном случае Климан Лангле не прав. Дембеле. Подача в штрафную. И удары за пределы штрафной площади. В списке игроков стартового состава сегодня не было. Вряд ли может что-то всерьез радикально измениться. Не успел. Де Йонг. Еще один заброс на Серджо Роберто, но это слишком сильно тебя. А это великолепная игра в отборе. Молодцы. Де Лоренцо, конечно же, виднее. Это не точный пас. Тут Дембеле и Гризман. Здорово. Де Йонг. Красиво разыгранная комбинация. Жорди Альба на левом фланге получил мяч, но там Де Йонга сбили, и он сразу показывал, что нужно судье дать свисток, что татом. Барси, правда, довольно давно уже по ее меркам не дает. Это нарушение, конечно. Здесь Жорди Альба не успел к мячу и отоварил по ноге Симона Верди. Он 4 мяча забил в минувшем сезоне в итальянской... Подобные матчи станут регулярными, и это, ну, может быть, уже пора, кстати, судьи карточки начать показывать, потому что здесь тоже было сыграно. Вообще, на самом деле, вынесенные матчи, ну, мы с вами знаем. Знаем, как пытаются американцы выйти, в том числе, на европейский уровень, проводя, например. Может здесь разогнаться, 6 соперников вокруг себя собрал, и отсюда, конечно, передачу выдал просто не точно. Казалось бы, уже довольно серьезно отставал, и вот тут уже начали там Юве, в общем, остается по-прежнему открытым у Ювентуса, пока не оспорим. Сейчас Мертон в штрафной площади, попытка удара поворотом, но слишком явная, и к этому был готов Климан Лангле. Подсказ. Наконец он наносит удар Усман Дембеле. Суарес показывает, что был... Вот еще раз момент. Ну, в общем, да. Лежащий уже на газоне Костас Манолос. Вот смотрите, как он... Ну, такие... Нелсон Семедо. Играет защитник. Это Жорди Альба. Он иногда ошибается. Удар Белла Барселоне. Мы уже видим концовку. Жорди.
на Гризмана. Тот пробрасывает мяч. Это блокировка. Ну, товарищ судья. Антуан Гризман пробросил мяч мимо соперника и кает из своих рук. Сейчас слишком много нарушений правил в центре поля было. Доходит до... И вот здесь это грубость, это жестокость. Она... Да, ну, понятно, что здесь нет конфликта, что здесь так... Дембеле. Хороший пас. Суарес. Алинья. И попытку удара именно в своей контратакующей игре. Когда она набирает Рампике, Кирикеш, пас направо и еще один кросс в штрафную. И вот здесь Жерар Пике, а Руис просто этого не ожидал и не смог в самый последний момент подобрать ногу, чтобы подставить ее и отправить мяч в ворота после прострела Симона Верди. В итоге 0-0 в первом тайме. Ответного матча. Фрэнки де Йонг 21, Луис Суарес 9, Антуан Гризман 17. Тайм у Наполи. Себастьяно Луперто с 19-й серии и вообще итальянских матчей, вообще футбола на нашем канале. В том, что касается первого тура, то итальянцы стартуют все-таки на... И момент. Вот это, конечно, Гризман должен был... Это было заканчиваться голом несколькими секундами ранее, когда Антуан Гризман... позиция. Вот Гризман. Великолепная абсолютно передача от Луиса Суареса. И он мог здесь голевую передачу записать на свой счет. Но Гризман... А уже... ассистировавший ему Суарес через несколько секунд отправляет мяч мимо голкипера. Сетку ворота 1-0. Барселона повела. Ничего не скажешь. Луис Суарес забивает чужие свои. Серхио Бускетс и Иван Ракитич забили в чужие. Вполне мог и ответный мяч забить. Вот прекрасная передача там со... Но... вот эта классная диагональ не прошла. Вернее, она прошла, а вот дальше скидка не прошла. Требовались. Здесь довольно активно себя вели другие. Мертенс и Кальехо. Дембеле подает от угла поля. Суа. Этот раз в створ не попадает. Очень быстро после перерыва Барселона забивает свой гол. Но здесь сложно. Ох, как классно сыграл Суарес. Он в большом порядке сейчас перед началом сезона. Центральному кругу Гризман. Протолкнуть получилось, а своих партнеров не... Да, Пике досталось. По-прежнему пока без арены вообще... стадионы в США. Ну вот, наконец, желтая карточка. Это американский футбол. Для них. Семедо еще получает желтую карточку. Они играют гораздо более агрессивно. Верди будет подавать. Пошла подача. На ход Усману Дембеле. Но тут уверенно. Линья. Ох, какая передача. Жорди Альба. Ну, забита. Но вот здесь Де Йонг, конечно... А, нет, это Алинья отдавал передачу. Прошу прощения. Делал эту свободную зону и пустил мяч на ход в штрафной площади. Там, как правило, находится Лео Месси. Но здесь просто прекрасная передачка. Мимо Эльсида Хюсая и Кальехо. И дальше Жорди Альба без... отправляет мяч на Антуана Гризмана. Это просто, просто здорово. И сейчас на... Сейчас в... Да, это было... Это... Сейчас Дембеле. Конечно, когда Барса на свободном пространстве. Как только Барселона получает пространство, как только она получает... проходят вот такие вот вещи. И передача на Усмана Дембеле. Выкатывает мяч просто на убойную позицию. И, конечно, не совершенно наносит... этот удар Луису. 3-0. 12 минут второго тайма. И, ну, в общем, добирается до чужой штрафной. Мертенс.
со счетом 5. Да более того, не за 12, за 10 минут. 48. Заброс. Здесь Терштеген. Переходим в Наполе. Дембеле. Дембеле с правой. Столкновениями в воздухе. Барса просто разрывает Наполи в первый. Луис Суарес, однажды Антуан Гризман.